«Русская кибернетика» с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте. Добрый вечер, дорогие друзья. Июнь 23-го, русская кибернетика. И сегодня у нас большой двухчасовой редакционный обзор, потому что многие гости ушли на каникулы, а у нас, в свою очередь, накопились премьеры. Начнем вместе с российским издательством Gravity Digital Music, проектом Juno D и композицией So Far Away, «Так далеко».
когда привык к тишине. И, конечно, это необычная ситуация для всех нас, меломанов, любителей, ценителей музыки. В тишине мы бываем редко, но, возможно, такие паузы иногда необходимы. Проект Atlas и Jody Knight, Used to the Silence, из каталога Monster Cat Silk. Антон Саунд Спирале с новой композицией Keep Song Beating. Все правильно. Пока стучит барабан, мы танцуем. I can see the way you move, moving so close to me. I can see the words you say, and you're beating hard.
любопытный новый вектор творческого развития у Дениса Джимми Самспейс. Эта композиция называется «Кобра» и заметно отличается от предыдущих работ. Увидимся, друзья. Так называется трек российского дуэта Matua and Bergau. На прошлой неделе мы начали слушать эту пластинку World Smoog EP, и на этой продолжим.
Любопытный сборник совместных работ, коллабораций. Третий в каталоге российского издательства «Чувство ритма». Уже несколько недель есть на всех основных цифровых платформах. И сегодня из этого сборника мы хотели бы вместе с вами, друзья, послушать две композиции. Сейчас совместную работу основателя лейбла Самира Кулиева и Сергея Крузенштерна «Alone with you». И чуть позже еще одну. Such a soft solidity in my mind, like a desire to fly to the sky. I will land in all the moon. Like a desire to fly to the sky. I will land it on the moon with you, but I'm not easy in this light. Me, I fall asleep in the eyes of space. Me, I fall asleep. I
I will land it on the moon with you. But you are not easy in the start. Me, I fall asleep in the eyes of space. Параллельный к основному проекту Heard Right, проект Жени Яловчика под названием Howlin пополнил свою дискографию новым треком Healing. И оказался он издан не где-нибудь, а у Армина Ван Бюрена в каталоге Armada Chill. Коллаборация из каталога «Чувство ритма», хорошо знакомые кибернетическим слушателям органик хаус продюсеры Ранта и Мирошин. Трек называется «Genesis».
die within hours. Друзья, на прошлой неделе в нашем телеграм-канале «Русская кибернетика» по ТГ-адресу «Руссайбер» мы провели небольшой опрос, стоит ли публиковать там только аудиозаписи наших эфиров или, может быть, периодически заглядывать во внутреннюю редакционную кухню, делиться мыслями, наблюдениями. И с результатом больше 90% вы одобрили нашу мысль, что содержимое кибернетического телеграм-канала можно разнообразить. Спасибо вам за доверие. Начнем в ближайшее время. А сейчас с удовольствием подключим нашу лабораторию. В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Счастье не всегда заключается в материальных ценностях. Его можно найти в повседневных моментах, которые мы зачастую можем не замечать. Но есть один жанр, который нам напомнит о том, как быть проще и получать радость в потоке. И это внезапно частушки. О почти забытом жанре решила напомнить обожаемая нами удмуртская поп-дива Свети Ручкина, которая в своей новой работе решила смешать традиционное с современным. Свети собрала все известные ей частушки на удмуртском языке, в которых есть слово «экты», то есть «танцуй». Следующим шагом в ее рецепте это ассамбляж из сразу двух народных мелодий, которые были прокачаны до легкого танцевального фолк-трон звучания. Сверху посыпать наигрышем, сделанным на кубызе, древнем инструменте, еще несколько притопов из традиционного удмуртского танца «тыпыртон» и вуаля, хит готов! Потому как песня «Экты» исполняется на удмуртском языке, заспойлерю, что в ней девушек и юноши призывают танцевать и веселиться, пока те молодые, и связывать свою жизнь только с любимыми людьми. Ну, собственно, все в рамках концепции и общеодобряемой генеральной линии. Лади Свети и композиция «Экты». Танцуй, пока молодой. Кошки, кошки, еще раз, куча, кошки, с чем ты соучись, с кем мы с тобой, кари, зоха. Кошки, кошки, еще раз, куча, кошки, с чем ты соучись, с кем мы с тобой, кари, зоха.
Спасибо лаборатории русской кибернетики за яркую и, как я понимаю, не единственную премьеру этой недели. Во втором часе попросим Сашу сделать еще один обзор. Сейчас продолжим вместе с музыкантом из северной столицы. Это Валерий Воробей, Валер Денбит. И его новый трек «Spirit». Он в составе сборника «Летняя компиляция», часть вторая, издательство «Ради мира и любви».
интересный студийный эксклюзив, друзья, представим вам на этой неделе. От авторов знаем, что сейчас идут переговоры о его издании с одним солидным европейским лейблом. Надеюсь, в ближайшие недели сможем поделиться уже официально отличной новостью. Фольгатто и Илья Гущин. Я знаю. I know. В завершении первого часа послушаем композицию из каталога Pure Progressive. Это Юрий Коломийцев, Юрий from Russia и Flareen. Трек называется Evelokite в ремиксе от Waxman.
друзья, буквально на минутку сейчас прервемся. Это были только первые 60 минут русской кибернетики сегодня. Пожалуйста, не отлучайтесь надолго. Совсем скоро продолжим. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке. В еженедельном радиошоу и подкасте.